И всем здорово, ребят, с вами Мистик и Лагерь, поздоровайся, ты вообще смылся, да? Здорово, пацаны, не уматывай так далеко, пожалуйста. Я так не сегодня мы с Лагером будем смотреть, кто... Да, Беда, не у нас таких, как ты, вообще по первой ходке там, на толчок сожжали. Все, опустись, Лагерь. Чуть пониже, давай к людям вернись, что там летает. В общем, сегодня мы будем проверять, кто из нас, во-первых, везучий, то есть кому первому достанется убийца, маньяк или детектив, а кто из нас еще и самый крутой в этой игре. Черт, самое забавное, что я тут даже не знаю, что делать. Мист, мне повезет, пожалуйста. Ну смотри, ладно, нажимай на Murder Mystery. Вот, и нажимай... А, стоп, погоди, ты не хочешь меня в пати? Ты куда ушел? Я тут тебя ж вызвал в пати. Плей! Ты меня вызвал? Плей, а что оп, тут сорян, выбирать? Сорян. Что выбирать? Все, готово. Смотри, тогда нажимай плей. А, тут play есть рандом map, рандом favorite. Кнопка play и рандом map, да, все, жми-ка и рандом map. Я не вижу, click to play. Ну что, ты издеваешься, что ли? Click to play, ну, правая кнопка мыши, потом выбираешь рандомная карта и все. Я все выбрал. Чё меня тогда не тпшнуло? Мне кажется, ты уже проиграл. Погоди, нет, стой, все, стой, еще раз. Давай, наша великая битва с Лагером продолжается. Клик и наконец-таки он может выбрать или нет. Ну, неужели Лагерь молодец? Я куда-то нажал! Я крутой! Смотри, я тебе сейчас вкратце объясню, в чем суть. Ты игру «Мафия» знаешь? Так, там, где вот эта телочка пришла с таким кнутом. Так, я в обтягивающий... понял, все, я понял тебя. Хорошо, нужно с нуля тебе объяснять. Ты тут будешь либо мирным жителем, которому вообще похрен, ты ничего не можешь сделать. Ты можешь только собирать железо, ой, золото, когда ты насобираешь 10 золота, у тебя появится лук, и тебе нужно будет отыскать убийцу, маньяка. Если ты попадешь в маньяка своей стрелой, то ты его убьешь. Если ты будешь детективом, то у тебя будут бесконечные припасы для лука, и ты будешь... постоянно в него можешь стрелять и убивать практически всех. Нет, стой. А если ты убийца... Стой, Яр, я хорошо, я понял. Тут слишком много текста. Давай вот прям сейчас что мне делать? Я начал молиться. А, неле, боже, стружи мой. Дальше это что? Хорошо, да. Тебе сейчас нужно следить за людьми, смотреть, кто пытается за кем-то одним убежать, остаться наедине с кем-то и смотреть, чтоб не убили того чувака. Если Яр, убью, подожди, то... стой, почему ты ходишь за мной? Ты что, гей? Перестань, перестань ходить за мной. Я просто хожу за тобой. Чё ты перестань ходить за мной. Извращуга! Собираешь... А может быть я убийца? Не думаешь об этом, и я тебя сейчас убью. А где, кстати, написано? Это ты всё лишь подожди. О, глянь, слышь, тут можно покататься. Пока! Не, стой, подожди, а как понять, кто я вообще? А, у меня роль скайпом закрыта. Роль какая у тебя? Не скажу. Это слишком секретно. Это увидит всего лишь пару тысяч десятков человек. Господи, помоги. Я уже боюсь тебе верить. Просто смотри, если ты убийца, то у тебя есть меч. Я просто не знаю. Нет, ничего. И ты можешь убивать. Ладно, меча у меня нет. Ладно, договорились. Черт, вот теперь мне нужно за тобой особо следить. Я вот не знаю, где ты. А ты вообще куда-то уходил? Яр, вернись, я тебя прошу. Ради святого. Я не знаю, я куда-то укатился. Как тебе могу вернуться? Вот тут один чувак стоит. Если ты убийца, можешь прийти его убить. Яр. Ну нет, это не я. Стоп, погоди. Яр, тут человек на рельсах лежит. Яр! Что? Человек на рельсах лежит. В смысле? Вот я нашел убийцу. Я нашел убийцу, чувак. Наверное, класс новый появился. Чувак, я, кажется, нашел убийцу, потому что тут рядом с телом стоит чувак и смотрит на него. Я. Короче, смотри, живых осталось 10, то есть он уже убил 4. А, нет, слушай, она встала. Ты понимаешь, что убили? Подожди. Четверых. Она встала. Не убивай меня. Яр, она встала, ее тело осталось обратно на. На рельсах, но она встала и пошла. Это как ну, Иисус. Какого хрена? Вот нахрена он меня убил? Вот он идиот, что ли, я не пойму. Вот как это... Как до этого можно догадаться, я не понимаю. Просто я стою, я ничего не делаю. Ни меч, ничего и не достал. Он взял, просто меня выстрелил. Молодец. А просто говорит, иди в жопу, короче. Я за тобой буду смотреть. Так погоди, а тебя убил убийца или простой чувак? Меня убил обычный человек. Я знаю, кто убийца. Такой голубой. Кто? Вот. Ты видел его уже? Да, конечно, он стоял рядом с трупом, потом труп встал, конечно, ожил и пошел дальше, но тело осталось лежать дальше. У него был или нет? Нет, у него был большой елдак в руках. Ну ты можешь, кстати, сейчас не рассказать, кем ты сейчас являешься, слышишь, я за тобой летаю. А кто такой, я не знаю, кто такой... Ты золото пропустил! А, я не знаю, кто такой InConnect. Это ты обычный пользователь, так что не бойся. InInnocent. Никаких у тебя
Тут особых умений нету. Кстати, осталось его всего лишь 7. Спасибо чуваку, который убил меня. Он тебя преследовал в чате. Просто видишь, как плохо быть популярным. Хорошо, что я не популярный. Кстати, за тобой бежит один чувак. Но вроде как, я надеюсь, что он не убийца. Да-да! Он сам тебя испугался. You win. О, мы выиграли! Я выиграл! Убийцу остановили, нифига себе! Первый раз! Как тогда на следующий бой, я надеюсь, что кому-нибудь из нас все-таки дадут убийцу Easy. Или хотя бы ГГВП, это было просто... Были это настолько ГГВП было, что я просто ору. Ну-ка. Так, ладно, тут уже все набрались люди, и сейчас мы узнаем через 10 секунд, кто ты, кто я и кто вообще мы такие с тобой здесь. У меня Murder Chance 6%, Detective Chance 4%. Ты, кстати, знаешь, что мы с тобой оба в прошлой игре проиграли? Нету ни одного победителя. Я ж выиграл. Ты умер, а я нет. Ты понимаешь? Да-да-да-да-да. Ты шо, гей? Я-да, нет. Да хватит, какого хрена? Зачем признаваться-то? У нас 2 секунды осталось. Нам сейчас нужно следить за тем, кто тут вообще у нас может походить на убийцу, и этого чувака нужно будет убивать. У него такое лицо мерзкое. Он еще черно-белый. Я надеюсь, что ты убийца. Подожди, стой. Я пишу. У него есть микрофон. Он черно-белый. Он... Блин, меня убили. Короче... Она просто не скрывается, понимаешь? Синяя, она тебя тоже убила, что ли? Да, она я же за тобой бежал, я тебя описывал. Охренеть, мой лук. Черт подери, а чё ты черно не убил эту тёлку? Глянь, она просто сбежала с места преступления, ты понимаешь? Вот и наши тут два тела. Она просто ничего не стесняется, тут еще никто я не успел набрать золото. Я был детективом, понимаешь? Тут... Я был детективом. Да какого черта ты ее не убил? Как я ее мог убить? Мурзилка! Я начинаю тетиву натягивать, она меня натянула первым. Да я б тебя тоже натянул, ты такой красавчик, господи, я тебя в жизни не видел, я б тебя дожидал. Ладно, жмакай тогда на новую игру. Погоди, она сейчас всех уже убьет. Или мы здесь будем лежать и просто смотреть и ждать? Нет, подожди, я пока отдыхаю. Там я лежу, красивый ты. Нет, даже по этому игру, а то нам что смысл-то нам смотреть? Она вон, смотри, труп кладет. Я самый красивый труп, что там только есть. Почему раньше труп здесь не был вообще? Так я тебе говорю, я нашел труп на рельсах, и там чувак рядом с этим трупом был. Я сразу понял, кто убийца, но что-то как-то да. Но ты не решился его убить, да? Да, он слишком красивым мне показался. Ой, он убьет ее! Он ее убьет! Смерть! Ты кинет в него, смотри! Черт, он мне тоже подлагал, да, как и у тебя? Да. Кидай меч! Она сейчас киданет. Я, хотя, должен тут болеть наоборот за него, кидать, но... Чё? Черт подери. Какой мне кажется, она его сейчас выиграет. Ты чё, гей? Что за гонка? Не, мне кажется, у парня мало шансов убежать. У него шансов нету, потому что он умер. Вот почему у него шансов нету. Смотри, 3 человека осталось, и 2 минуты у нее есть. Но она вряд ли сейчас кого-нибудь найдет. Ладно, классную новую игру, слышишь? Боевая, как класс, play again. Play again. У меня снова этот выбор, господи. Я снова не знаю, что... Рандомную карту, без разницы вообще. Ой. Молодец, ты смог. Я научился. Мы с тобой уже 2 раза сыграли, и еще ни одного раза никого не убили. Я выиграл, слышишь? Я тебе первый раз выиграл, я остался жив, а ты нет. Это много значит. Ну ладно, хорошо. Все, ес! Отсудил очко. Что? Я у тебя очко отсудил. Ок. Я просто думал, что ты первый раз тоже умер. Подожди. А, мы же реально позапрошлый раз выиграли, да? Да, получается. Я выиграл. Ты нет, ты умер. Да ты даже никого там не тронул. Да и что? Я просто выжил. Это вот много чего значит. Ну, кстати, да. Выжить тут тоже очень важно уметь. Тек. Где золото? Главное, чтобы никто... Следи за тем, чтобы никто за тобой один... Тут у нас уже труп! Это ты? Яр, ты труп? Яр, помогите мне! Это был не я! Честно, это был не я! Так, погоди, что это был ты. Чё ты боишься? Йоу, Вин! Хо! Я выиграл! Хо! Я просто... Я охренеть, как классно играю в эту игру, вообще. Каким образом мы это сделали? Объясни мне, это пожалуйста. Это просто мастерство не пропьёшь, на самом деле, понимаешь, да? Слушай, что я вообще сказал, да? С первой же попытки. Вот кому я вру? Объясни мне. Все видели то, что мы с тобой уже 3-й раз сыграли. И я только первый раз за это время выиграл. Дайте мне, пожалуйста, убийцу. Дайте мне, пожалуйста, убийцу, и я буду просто всех нафиг убивать. Здесь играли, тебе никто не отдавит. Ой, смотри, какой город классный, господи, ага. Я не могу, не хочу я играть не за убийцу. Я тебе предлагаю, может быть... Я надрал тебе. Я в тебе лицо побил. Только ты, короче, испугался. Все остальные не сыкуны. Черт. Я не удивлюсь, если... Опа. Обстреляли, чувак, свинозомби, господи, я сейчас... Так, я знаю, кто у нас здесь 100% не убийца. Да чё? Это вот этот вот чувак! Он, короче, блин, у него рука розовая. Розовая рука! Убегай от него, вот он бежит, розовая рука, короче, сзади крипер, он нескольких убил!
Он помогите, за мной бежит! Там дальше лук будет. Беги, правильно, ты налево теперь беги. Вот он лук. Подбирай, он за тебя, стреляй в него, сзади. Так у меня стрел нет, о чем ты? Сейчас будет бежать. У тебя есть стрелы, бесконечный лагерь, по идее. Нет. Нет, не стреляешь? Мистик, друг, я тебя нашел! Я тебя подобрал. Ты лучше меня не ищи, ты лучше, блин, убегай. Хлопцы, помоги-то, хлопцы! А этот вообще каменный, он станет рядом со стенкой, он вообще будет. Он, походу, не пошел за тобой, он убежал в какую-то другую сторону. Вам нужно сейчас вместе держать, но тебе нужно золото найти, понимаешь? А вот, собирай золото. Я все-таки могу стрелять. У тебя есть стрелы, я не пойму, или нет? Вот, я нашел его. Черт, я тебя потерял. Ты где? Черт подери, ты где? Ты его нашел? Да. У тебя бесконечные стрелы или она одна? Она одна, но кдшится. А, я понял. Тогда аккуратненько, не стреляй просто так в пустоту. Я тебе вижу главное его убить. Я буду тебе, короче, говорить, сейчас, подожди, есть он где-то за стенками или нет, может, он тебя где-то поджидает. Погоди, ты так не торопись сильно, он кого-то убил только что. Еще одного убил, походу. Еще одного убил, вас трое осталось. Три живых осталось и один мертвый. Давай, лагерь, я в тебя верю. Сзади! Чё ты меня так пугаешь? Watch out, он убил всех, что ли, серьезно? Один человек. А, нет, все, он убил всех. Понимаешь, он только что убил всех. У меня максимум все, что это было у меня здесь, это я убил всех, кроме, по-моему, четверых. Ты меня испугал! Понимаешь? Три человека оставалось мне убить. Зачем ты так кричал? Лафигово. Опять я самый обычный. Вот я не удивлюсь, если сейчас ты убийца. Ты как-то странно затих. Не, я просто я еще не могу прийти в себя от того, как ты орешь, как девочка маленькая. Как... Да что значит орешь, как девочка? Как мне еще орать, когда ты не заметил его сзади? Я же тебе кричу сзади. В смысле? То есть я должен был задом его заметить? Ладно, да, я понимаю. Он за тобой как бы шел все это время, искал тебя. Я должен был тебя охранять, такой, знаешь, типа ангел-хранитель, но что-то не получилось. Так, не, чувак, я не хочу с тобой быть один на один. Кого-то рядом убили. Тебя убили? Нет! А, нет, все, я уже просто думал, что меня убили. Ты так сказал, брутально. Я даже поверил на мгновение, что меня убили. Я не могу понять. Вот тут кого-то убили, слушай. Детектив убили. Черт, это походу этот чувак, или нет? Ты не видел, чтобы этот чувак кого-то убивал, лагерь, который за мной бежит? Нет, ну пусть за тобой бежит. Я не хочу, я боюсь. Я боюсь. А что это? The buff has dropped. Лук дропнут, лук дропнут. Я знаю, но я сейчас собираю себе золото, чтобы... Да погоди, тогда мне немножко не хватает золота. Отстань от меня! Ирод! You win. Мы выиграли. Хо! Изи, просто ГГВП, ГГВП, ГГВП. Кто самые крутые в этом клубе? Мы с лагером. Мне кажется, я тут... Мне кажется, просто это победа, это мое второе имя. Ты понимаешь, у нас хоть раз за это время должно попасться кому-то убийца вообще? А? У меня murder chance 9%. Хоть кому-нибудь. Это где ты смотришь? Ну тут написано, прям на экране большом, тут на все лицо. Не вижу. Ну все. Странно. Все. Ты не убийца там случаем, это у тебя там было, вот эти 9 там, процентов, что-то. Я, если, поверь мне, если бы я был убийца, я прям сейчас себе в лицо вот. Да, жесть, конечно. Я бы тебе прям сейчас вот лицо подправил, если бы я был убийцей. Вот ты там один был, как бы. Как бы и сам Иисус велел, но... Но, к сожалению, нет. Ты убийца что-то разошелся, слышишь? Блин, походу он с того как-то... Он... Как-то девочка просто бегает и всех этот натягивает. Ты прикинь. Офигеть, не дай бог опять убийца всех выиграет. Помоги мне, сердце и... Блин, чувак, ты... Офигеть! Значит, где-то лук, слышь, выпал. Детектив has been killed. Yeah, man. А когда ты собираешь 10 кусочков, у тебя лук тоже бесконечный или... Походу. Ах ты ж гад! Господи, Иисусе, дерьмо! Я убийца! Да чтоб тебя мама наказала-то, господи! Грамотно я, да, развел тебя? Гей. Знаешь, вот... Трое осталось, ты прикинь. Знаешь, у меня вот было 10 кусочков. Блин, он куда-то свалился. Чёрт! Нет! Нет! Йоу! Win! Ха! Даже тебя тут натянули! Мазафука! Я просто-напросто упал, тебе очень сильно повезло. Ты понимаешь, что даже тут ты слился как чмо? Просто. Я за ним побежал, тут чувак, короче, человек слился. Морально отсталый. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Поставьте нам лайки. Хотя бы один раз убийцей я побыл, это уже хорошо. С вами были Мистик и Лагерь. Всем удачи, до встречи. Пока. Пока.